Эстафеты одна интереснее другой. На семейной спартакиаде команды соревнуются в состязаниях, навеянных домашним бытом. Например, кто быстрее снимет белье. А здесь команды на скорость строят дом из блоков. Для победы важна не только скорость, но и сложность постройки. У нас каждый год новая тематика. Если, например, в этом году год семьи, то у нас конкурсы тоже семейные. Если спорт, год спорта, тогда спортивные мероприятия. Каждый год у нас новая тематика, конкурсы новые. В традиционной спартакиаде в этом году принимает участие 50 семей. Это те, кто водит детей в дошкольные учреждения. Всех разделили на 7 команд, 3 из которых представляли соседние города. Семья Юнусовых из города Менделеевск на мероприятии оделись в костюмы пионеров. Это мощно, сильно вспомнить те былые времена, когда мы действительно пионеров начинали. Это здорово, организация очень чудесная. Всем огромное спасибо. Были очень интересные игры, они были азартные. Спасибо всем большое. В Нижнекамск на спартакиаду приехали семьи из Мамадыша, Менделеевска и Елабуги. Больше всего участников представляли, конечно, Нижнекамск. Очень понравилось, все очень весело было. Познакомились с новыми семьями. Самое главное, надо понимать друг друга. Оп. И поддерживать надо друг друга, да. В этом, наверное, весь секрет. Эти слова могли быть официальным слоганом этой спартакиады. Главное в состязаниях – поддержка друг друга. Самую слаженную работу показали гости из Мамадыша. По итогам всех эстафет они заняли первое место. Наши же команды расположились на втором и третьем местах.